12 ДТП по вине водителя общественного транспорта произошло в Вологде с начала года. Сотрудники ГИБДД усилили контроль пассажирских перевозок в областной столице. Сегодня в проверке автобусов приняли участие инспекторы ГИБДД отдела по исполнению административного законодательства, транспортного и технического надзора. С начала года у нас по сегодняшний день на территории города Вологде есть аварийность по вине водителей общественного транспорта. Значит, за текущее время было у нас 12 дорожно-транспортных происшествий, где 19 человек пострадало. Сотрудники ГИБДД во время проверки обращают внимание на техническое состояние автобусов, режим труда и отдыха водителей, выявляют случаи нелегальной перевозки пассажиров. Сотрудники госавтоинспекции проверяют документы у всех водителей, свидетельства медосмотров, документы, подтверждающие техосмотр автомобиля. Да, мы занимаемся пассажирскими перевозками, дело ответственное. В связи с этим регулярно проводим осмотр автомобиля и следим за техническим состоянием. Самыми частыми нарушениями водителей автобусов являются нарушение правил остановки, парковки, нарушение правил перевозки, технические неисправности, маневрирование, проезд на запрещающий сигнал светофора. И очень редко ездим. Иногда очень все плохо. Надо постигаться. Отдельный вид нарушений, которые стараются пресечь ГИБДД, это незаконное предпринимательство, то есть осуществление перевозок без регистрации ИП или юридического лица. В случае технической неисправности транспорта водители получают штраф в размере 500 рублей. Если на линии выпущен неисправный автобус, предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. За незаконное предпринимательство также предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Полина Салата, Дмитрий Калининский, Алексей Сапегин, Вологда РФ.